Отец. «Я иду с мечем, судья», — говорила Державин. «Издревле чтимая заря, даю всему начало словом у жертвенного алтаря с престолом и крестом Христовым. Мой меч со мною не зазря, его беру на суд суровый, червленный кровью меч царя, его храню рукой отцовой. Мое прощенье, кровь Христова, со мною меч мой не зазря, у жертвенного алтаря даю всему начало словом. Издревле чтимая заря, я иду с мечем, судья». Сын. Он идет путем жемчужным по садам береговым. Николай Гумилев. Союз небесного с земным от самого положен века, как в притче с семенем иным в ученье Бога человека. Полцарства дня, полцарства тьмы, роднит заря и светом брезжит. Горстями семя из сумы бросает сеятель небрежный. Что на обочину легло, то птицам выклевать угодно, что взято тернием бесплодно, что ветром с камня унесло. Но если в землю пало семя, для всходов нужно только время. Святой Дух. Творчество человека не есть требование человека и право его, а есть требование Бога от человека, обязанность человека. Николай Бердяев. На историческом пути, куда попасть дал Бог однажды, и дай-то Бог, чтоб не сойти, прорваться к смыслу страсти жаждут. Эпоха духа настает. Ее в себе философ чает и, как затворник у ворот, Святого Духа привечает. Он собеседник, старый друг бездонной и великой тайны свободы, данной, как случайность, и творческих бессонных мук. Религия его завета работой мастеров воспета.